396 казахстанских автодорог и 600 железнодорожных маршрутов попали в зону паводковой опасности. Сложная ситуация сохраняется в Алматинской, Североказахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях, где чаще всего случаются переливы. Разрушается асфальт, и от большой земли остаются отрезанными целые населенные пункты. Болевые точки на автотрассах уже определили эксперты Казавтожола. Региональным филиалам поручена очистка подмостовых зон и водопропускных труб. На борьбу с половодьем дорожники готовы мобилизовать свыше 1100 специалистов и 700 спецмашин. Материал необходим для устранения паводков заготовлен 100%. Это у нас ПГС 15 тысяч кубов, песок 15 тысяч кубов, бутовый камень 5 тысяч кубов, а также мешкотар